Первый курбанайт-намаз был прочитан в стенах крупнейшей мечети Южно-Казахстанской области, построенной шейхом Ханифа бен Заид аль-Хаяном. В мечеть, рассчитанную на 7 тысяч человек, с раннего утра торопились прихожане. Желающих совершить праздничный намаз именно в этой мечети так много, что волосу негде упасть. Часть прихожан молилась во дворе мечети. По словам имамов, этот день особенный. Люди чистотой помыслов, возносимых в мольбе, становятся ближе к Создателю. Этот праздник отражает, пожалуй, одну из главных идей мусульманства – безграничную веру и поклонение Аллаху и заботу об окружающих. Это праздник, в который правоверные должны заботиться не только и не столько о себе, сколько об окружающих. Настоящий мусульманин не тот, что желает добра лишь себе, а тот, что желает добра всем. Если человек сыт, когда его сосед голодает, то он не один из нас, говорится в хадисах пророка Мухаммеда. Он призывал всех мусульман быть заботливыми, добрыми, помогать обделенным. Курбан в переводе с арабского означает приближение, то есть своими делами, мыслями, помыслами мы очищаем сердца и становимся ближе к Всевышнему. Это день, который призывает людей к всепрощению, объединению, выражению друг другу пожеланий добра. Уважаемые мусульмане, да исполнит Аллах все наши мечты, произнесенные в день великого Курбанайта. Аминь. Одна из традиций Курбан-Байрама – жертвоприношение. Первым в центральной мечети принес жертву аким Южно-Казахстанской области Аскар Мырзахметов. Такие же мероприятия прошли во всех мечетях области. Мясо жертвенных животных было роздано нуждающимся.